Новый теракт расследует полиция Израиля. Злоумышленник расстрелял людей на автовокзале в городе Беэр-Шева. Жертвами трагедии стали 2 человека, как минимум 10 ранены. Нападавший ликвидирован. По данным местных СМИ, его личность уже установлена. Им оказался житель одного из арабских кварталов Иерусалима. Был ли он связан с какими-либо террористическими группировками, не сообщается. Эта атака в Израиле стала уже 6-й за минувшие 2 дня.